Предложение не выселять должников из жилья. Центробанк дал рекомендации кредитным и микрофинансовым организациям. Приостановить до 30 сентября 2020 года выселять должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание. Помимо банков, рекомендации также касаются трех типов кооперативов – кредитных, потребительских и жилищных накопительных. Кроме того, Центробанк рекомендовал кредиторам еще при совершении действий по возврату просроченных долгов не встречаться с должниками лично на период сложной эпидемиологической обстановки в стране. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч!